Привет, котолюбители! Тема акне или котне, как некоторые зрители прозвали этот недуг, стала самой комментированной на моем канале и появилось много комментариев, как правдивых, так и не очень. Например, некоторые советуют взять мягкую зубную щетку и чистить подбородок кошки таким способом. Я с этим не согласна, так как при вычесывании эксудата расческой кожа травмируется минимально, ведь механического контакта с ней практически нет. Я буквально расчесываю короткую шерстку на подбородке, а не раздираю подбородок расческой, как, к сожалению, многие подумали. Хочу обратить ваше внимание, что мои действия направлены на удаление частичек засохшего на шерсти и между ней эксудата и дезинфекция кожи подбородка для избежания гнойных воспалений и уменьшения появления эксудата. Убрать черные точки можно и тампоном, смоченным в безопасном дезинфицирующем средстве, немного помогая хорошо вымытыми и продезинфицированными пальцами рук. Если у вас бесшерстная кошка, не нужно ничего тереть щетками или расческами, потому что у вас уже есть свободный доступ к коже. Просто обработайте кожу тампоном, смоченным в безопасном дезинфицирующем средстве. Я недаром упомянула безопасные средства. Кошки иначе реагируют на то, чем пользуются люди. Потому посоветуйтесь с ветеринаром, прежде чем тестировать какие-то средства на беззащитном и доверяющем вам любимце. Можно воспользоваться хлоргексидином. Он безопасен для кошек. Акне может появиться по разным причинам, от аллергии до гормональных проблем. В случае с моей кошечкой это гормональные изменения в подрастающем организме. Она еще совсем юная, ей только исполнился год в ноябре этого года. Как многие комментировали, это может оказаться аллергия на пластиковые мисочки. Вполне возможно, я с таким не сталкивалась и мою мисочки своих кошечек ежедневно. Во всяком случае, вы теперь знаете, как очистить подбородок от выделений, а причину вам укажет ветеринар. Все точно как и с людьми. У нас высыпания могут возникать по разнообразным причинам. Будьте осознанными владельцами и заботьтесь не только о себе, а и о самых маленьких членах вашей семьи. Ставьте лайк, если согласны, а также подписывайтесь, чтобы узнать больше котофактов. Мяу!